В Алматы 240 воспитанников военно-технических школ приняли присягу. Торжественная церемония состоялась в парке 28 героев-панфиловцев и началась с возложения цветов к монументу боевой славы. К слову, в Казахстане военно-технические школы образовались 17 лет назад. За эти годы подготовлено 28 тысяч резервистов. Это молодые люди с высшим образованием от 22 до 27 лет, не служившие в армии. За 40 дней обучения они получают армейские навыки и военный билет. Кроме них, в 15 военно-технических школах страны готовят призывников. В течение 3 месяцев они постигают военную науку и бесплатно получают гражданскую специальность, которая пригодится и после службы в вооруженных силах. За 40 дней обучения мы прошли огневую, тактическую, строевую и физическую подготовку. Мы прошли курс молодого бойца, разборки, сборки автомата, первой медицинской помощи, ну и, конечно, рукопашного боя. Все полученные знания будем успешно применять во благо защиты нашей священной Родины, Республики Казахстан.